Бу! Бу! Хотелось побольше поиграть, мне не дали, к сожалению. Апперкоты! Ну хватит! Может быть, кто-нибудь мне подарит? Тем более, сейчас это особенно актуально. 2020-й точно запомнится всем надолго, в том числе длительной изоляцией, а также радостью от ее долгожданного завершения. Когда поездки ограничены, массовые мероприятия запрещены и все спортзалы закрыты, трудно держать себя в форме. Однако нам это удалось, в том числе нашему стримеру и монтажеру Алисе. Одним из способов не облениться стал фитнес-боксинг «Action для Switch». Эта игра напоминает одновременно Just Dance и Ring Fit, и сейчас мы расскажем о ней поподробней. Сразу заметим, что фитнес-боксинг — это игра не для боксеров, хотя в ней есть все основные типы ударов, таких как хуки, кроссы и джебы. Если вам хочется выйти на ринг и победить оппонента нокаутом, то остается только мечтать о ремейке Punch Out или играть в Motion Fighting Arms. Там и дуэли есть, и спецприемов навалом. Суть фитнес-боксинга — тренировка, зарядка, которая может быть и серьезным испытанием длительностью в целый час, и небольшой разминкой под музыку для новичков. Мне понравилось. Я вообще не разбираюсь в боксе, теперь чуть-чуть разбираюсь, знаю, как называются какие-то удары. Вау, я это даже запомнила, и мне это интересно. На самом деле, не знаю, классное ощущение. Я бы поиграла еще, если бы она у меня была, я бы в нее играла. Сложность и продолжительность можно задать с помощью разных настроек, в том числе указав свой рост и вес. Сама игра подберет курс тренировок и предложит как универсальные упражнения, так и занятия на конкретные группы мышц. Основная нагрузка, ясное дело, пойдет на руки, но игроку придется напрягать всю верхнюю половину своего тела, а порой даже и ноги. Иногда требуется приседать или менять опорную ногу. И уже, конечно, нельзя игнорировать кардио-тренировки и упражнения на дыхание. Что толку с мышц на руках, если вы не прокачали выносливость? Заодно фитнес-боксинг улучшит координацию и точность ваших движений, если играть в него регулярно месяцы напролет. Чтобы упорные тренировки напоминали игру, в фитнес-боксинг добавили множество разблокируемых элементов. Музыка изначально доступна не вся. Если хотите открыть полный набор хитовых треков от Maroon 5, Carly Rae Jepsen и Lady Gaga, то выполняйте задание и проходите испытания. Avril Lavigne Girlfriend, я к тебе приду. Я буду, если у меня будет фитнес-боксинг, я буду только под нее тренироваться. Самая крутая песня. Можно запустить в ускоренном ритме, чтобы было удобнее тренироваться и попадать в ритм под песню, когда бьешь. Жаль только, что песен тут в разы меньше, нежели в той же Just Dance. Жанрового разнообразия попросту нет, и это очень печально. Есть вероятность, что в ходе долгих и регулярных занятий музыка вам надоест, и играть станет скучно. Кроме того, в фитнес-боксинг можно настроить своего личного тренера, выбрать его из нескольких разных моделей, изменить голос и основательно приодеть. Чем больше, чаще и эффективнее вы занимаетесь, тем больше и гардероб персонажа. И эта мелочь тоже поддерживает в игроке интерес. Дает небольшой, но иногда бесценный стимул позаниматься еще 5 минут. Или же больше, пока не взмокнете. Я девушка, девушки не потеют. Впрочем, есть мнение, что фитнес-боксинг и игрой-то не назовешь. С тем же успехом его можно считать приложением для тренировок. Красивым, ярким, с незначительными элементами игр, но приложением. И это даже неплохо, если оно будет справляться со своей целью – развлекать и давать повод каждое утро или же каждый вечер позаниматься немного, чтобы со временем привести себя в форму. Иногда люди не хотят или не могут пойти в фитнес-центр, в том числе из-за обилия там посторонних. А фитнес-боксинг позволяет тренироваться у себя дома, в одиночку или же с другом, сравнивая результаты и соревнуясь. Всего одной пары контроллеров хватит на двух игроков. Каждый день вас будут ждать новые серии упражнений. Может быть, и не такие полезные, как при занятиях с дорогим тренером. Но уж, наверное, более эффективные, чем тренировки совсем без системы. Притормозить ваш процесс может разве что отсутствие локализации. Но фитнес-боксинг — это не квест, не РПГ и не приключение.
В ней совсем мало текста, и потому вы очень быстро научитесь распознавать даже слова виртуального тренера. Next, hooks, straight, okay. Все классно реагирует, у тебя действительно продуманный удар, на каждый удар нужно делать правильно, и апперкот, хук, вот это вот все. Если вам хочется заниматься каждый день по чуть-чуть, делать зарядку и постепенно достичь хорошей формы, но слишком скучно делать занятия просто под музыку или подкаст, то фитнес-боксинг – это прекрасный компаньон для достижения ваших целей. Благодаря игровым элементам он мотивирует вас и поможет сделать полезное дело более интересным и почти развлекательным. Это хороший вариант для тех геймеров, кому не нравятся фитнес-клубы, тем более что они пока что закрыты, но хочется больше активности и разнообразия в играх. Nintendo Switch полон сюрпризов, и фитнес-боксинг – один из них. Чтобы узнать о других, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и смотрите разные видео. Впереди много всего интересного. До новых встреч!